Актуально на Шадр.Инфо. Главным врачом Шадринской центральной районной больницы назначен кардиолог Павел Власов. Бывший главный врач, педиатр Сергей Никитин, переведен работать в наркодиспансер. Павел Власов свое назначение называет неожиданным для себя, потому что после увольнения из департамента здравоохранения, в котором он занимал должность заместителя директора, он работал врачом Шадринской скорой помощи и параллельно занимался частной практикой. Ничто не предвещало появления многочисленных серьезных задач и огромных ответственных забот. Но от поступившего предложения отказываться не стал, потому что и сам, и его семья Шадринск считают по-настоящему родным городом, и все, что его касается, дорого. Я шадринец. Я всю жизнь, ну, за исключением времени на обучение в институте, я родился в Шадринске, я жил в Шадринске, и после института я вернулся сразу же в Шадринск и жил все это время в Шадринске. Бросать учреждение и ждать, что придет человек со стороны, не местный, скажем так, да, то есть это тоже, наверное, неправильно. Вот. Поэтому принял такое решение, согласился. В настоящий момент я исполняю обязанности, то есть я до окончательного назначения все равно должен будет пройти ряд регламентирующих процедур. О скандальной ситуации в ЦРБ Власов знал со слов самого опального главврача и средств массовой информации. Будучи еще заместителем директора департамента здравоохранения по Курганской области, у Павла Власова не было претензий к Сергею Никитину как к главному врачу никогда. Все поставленные задачи, которые департамент здравоохранения перед учреждением ставил, перед ним как перед руководителем этого учреждения, я считаю, что достаточно эффективно и хорошо он эти все поставленные задачи выполнял. Особенно нужно отметить, что в этом году непростая была ситуация с переводом стационарных отделений из Шадринской городской больницы в Шадринскую ЦРБ. Это чья была инициатива? Вообще это план по улучшению оказания качества медицинской помощи на территории города Шадринска, Шадринского района. Связано это было с тем, план что... департамента? План департамента здравоохранения, конечно. Это очень важная задача, которую Сергей Игоревич выполнил достойно, значит, без каких-либо проблем, да, то есть максимально сжатые сроки были поставлены департаментом. Такие условия были созданы. И все-таки, несмотря на отсутствие у департамента претензий главному врачу ЦРБ Сергею Никитину, его попросили освободить должность. Потому что, видимо, не сложились отношения у руководителя с подчиненными. То есть здесь не рокировка Никитина на Власова, не сложились отношения у коллектива с руководителем Сергеем Игоревичем. Удастся ли наладить хорошие рабочие отношения с коллективом численностью 800 человек, бывшему заместителю директора департамента здравоохранения Павлу Власову, пока лишь исполняющему обязанности главного врача, покажет время, как он сам говорит. Но то, что это очень важно, он не отрицает. В любом случае, как построены отношения у руководителя со своими подчиненными, как с прямыми, так и с непрямыми подчиненными, это же непосредственно влияет и зависит от руководителя. Вот, поэтому сказать, что я там сразу со всеми найду общий контакт, язык и взаимопонимание, ну, мне сложно сказать, может быть, с кем-то у меня тоже будут какие-то неприязненные отношения, может быть, возможно. То есть как от этого можно зарекаться? Руководитель вообще ведь человек, который, понятно, что он выставляет определенные требования к подчиненным, иначе это не руководитель. То есть, ну и с другой стороны, если подчиненные ставят какие-то вопросы перед руководителем, то, наверное, руководитель тоже должен как-то на них реагировать, отвечать. Знакомство с медицинским персоналом и другими сотрудниками больницы пока, как считает Павел Александрович, состоялось поверхностное. Все еще впереди. На сегодняшний день новый главный врач осведомлен о состоянии 3 терапевтических отделений, 3 инфекционных, неврологии, урологии и отделений хирургии. Наибольшую заботу уже сейчас вызывает тревожная ситуация с кадрами. Действительно не хватает врачей-терапевтов, не хватает врачей-анестезиологов, реаниматологов. Вот. Что планируем делать? Уже, значит, вчера я проводил совещание основное со своими замами, в том числе, значит, присутствовал у нас руководитель отдела кадров
будем так говорить. То есть была поставлена задача дать объявление, и это они сделали в дежурном режиме, то есть дать объявление только, значит, у нас центр занятости, там департамент, вывесить информацию на сайте учреждения, что нам требуются такие специалисты, а подойти к этому вопросу неформально. Что значит неформально? Это на сегодняшний день очень много у нас различных социальных сетей, где можно выкладывать в том числе такую информацию. Есть очень много сайтов, специализированных по поиску сотрудников, то есть где я, значит, дал поручение в срочном порядке эту информацию объявить, в том, что нам какие специалисты требуются, что мы готовы им предложить. И что? Ну, на сегодняшний день, значит, у нас имеется возможность оплачивать жилье, в том числе это оплачивается за счет средств областного бюджета. Ну, компенсируется часть, не полностью, конечно, часть, значит, съемное жилье, плюс у нас приобретается за счет средств областного бюджета на жилье, квартиры. Значит, конечно, может быть, сразу это и не получится, потому что на сегодняшний день вакантного жилья у нас в учреждении нет. Все то, что было приобретено за счет средств областного бюджета, уже у нас на сегодняшний день распределено. Но, тем не менее, такая возможность есть. Насколько я знаю, значит, продолжает департамент в этом отношении работу. Я думаю, что на будущий год снова будут заложены определенные денежные средства для того, чтобы покупалось служебное жилье. Вопросы о заработной плате и выплатах стимулирующего характера планируется поднимать на общих собраниях. Создавая условия для работы сотрудников, новая администрация намерена предъявлять и законные требования к ним. И они, как утверждает Павел Александрович, будут предъявляться однозначно ко всему персоналу одинаковые. В том числе к фельдшерам, занимающим врачебные должности на различных участках, неукомплектованных специалистами с высшим образованием, что законом не запрещается. На фабрах. Фельдшерско-акушерских пунктов. У нас нет врачей, мы не можем в каждое село посадить врача. Это нереально. То есть там оказывается помощь медицинская, первая медицинская, в том числе, да, как вот в каких-то случаях. Но они иногда берут на себя больше, чем у нас позволяют квалификации. Приказами и законами не запрещено занимать врачебные должности фельдшерам, например, на врачебных участках, не укомплектованных врачами. То есть, в принципе, фельдшер может оказывать такую помощь. Он может занимать эту должность и, соответственно, вести врачебный участок, хотя он по образованию фельдшер. На сотрудников ЦРБ, поддерживающих бывшего главного врача и боровшихся за его кандидатуру, Павел Власов не собирается и не считает возможным оказывать давление. Самое главное в работе выполнять поставленные задачи. А самая главная наша основная задача – это качественно оказывать медицинскую помощь. Это все. То есть, исходя из этого, мы будем строить, я буду строить свои взаимоотношения со всем коллективом, вне зависимости от того, кто поддержал Сергея Игоревича или кто не поддержал. Я еще раз говорю, я сам лично к Сергею Игоревичу испытываю самые уважительные отношения. Как руководителю, как человеку, который на самом деле в трудную минуту пришел и возглавил это учреждение. Новый главный врач, поработав в здравоохранении области и врачом, и чиновником разных уровней, на сегодняшний день хорошо понимает особенности Шадринской ЦРБ, ее широкую разноплановую сферу деятельности, ее значение для Шадринска и нескольких соседних городов и районов в целом. Вообще Шадринская центральная районная больница, она достаточно особенная. Ее невозможно сравнивать с другими районными больницами. Ее невозможно сравнивать с городскими больницами. По двум причинам. То есть, первое, нельзя сравнивать с городскими, потому что у центральной районной больницы есть прикрепленное население вне населенного пункта. То есть, села, где есть фельдшерско-акушерские пункты, где есть амбулатории сельские, где, вот, собственно говоря, тоже, говорю еще раз, оказывается амбулаторная медицинская помощь. Неотложная медицинская помощь в том числе. Не надо путать со скорой медицинской помощью. Вот. Ее нельзя сравнивать с другими районными больницами. Почему? Потому что Шадринская центральная районная больница на сегодняшний день мощное межрайонное учреждение, которое оказывает
помощь не только жителям своего района, то есть прикрепленным к Шадринскому району, но и жителям города Шадринска и других районов. И Долматова, Катайск. И Долматова, и Катайск. Я очень надеюсь на поддержку всего коллектива, я подчеркну еще раз, всего коллектива. Мне очень хотелось бы, чтобы коллектив сплотился и не разделялся на тех, кто за, и тех, кто против. Все-таки мы делаем одно общее дело. Здоровье пациента для нас должно быть на первом месте. Вот. Ну, хочу всех в преддверии наступающего Нового года. Он уже не за горами. И каждый день мы в новостях и до передачи «Доброе утро» об этом слышим, сколько дней осталось до Нового года. Поэтому в преддверии Нового года хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом. И коллектив нашей больницы, и коллектив других учреждений, в принципе, жителей города Шадринска и Шадринского района. С наступающим Новым годом. Пожелать всем в Новом году успехов, удачи. Самое главное – здоровья. Спасибо.